Приветствую, друзья. Ну что ж, мы продолжаем играть в Hollywood Animal. Я вот вчера записывал первую серию, нулевую, первый взгляд. И на удивление, хоть мне игра кажется достаточно сложной, но мне хотелось играть дальше. То есть она меня затянула. То есть элемент стратегии в ней действительно, поскольку я люблю стратегии, как бы на меня подействовал, можно так сказать. Ну что же, продолжаем. Ну еще надо сказать, то, что я вчера ошибся в иероглифах, спутав с корейскими буквами, если вы не знали. Там японские, китайские языки. Продолжаем. Так, у нас на паузе, 43 дня там строится, куча разработок, у нас есть два чудесных сценария, а я могу их как-то посмотреть, сценария, да, вот есть трухлявые судьбы, тот, который мы купили, на опасной высоте мы его уничтожаем, это случилось с кем-то другим, оно даже лучше, чем прощание Зеро. А давайте попробуем еще. Нет, мы не будем пробовать, поскольку мы ждем, когда 6 тегов наполнения в синопсисе. Идеи. О, у нас есть кучка идей, кстати. Детектив в сказочном королевстве с ковбоем. Интересно. Безнадежный романтик, приключения. Пишет. Довольный курильщик и курильщик 2. Но они такие. Нет, давайте все-таки закончим с тем, что у нас есть. У нас асфальтовая кожа на паузе. Это ужасно. Чудо Лидия, глуп. Все, она вернулась к нам. Отлично. Отлично, отлично. Лидия Глуп возвращается в большое кино, чтобы обрести былую славу. По крайней мере, она всерьез на это рассчитывает. Ну и 42 года. Ага. Так, может запустим тогда... Вот это? Или подождем все-таки, когда у нас будет готов более клевый павильон. У нас тут есть кинотеатр, вокзал, гостиница. Это все реально можно сделать у нас на месте. А интерьер города, улица города. Нет, кладем на полку. Так, я помню, что там были какое-то время... Он писал, через какой сценарий умрет. А сколько нам нужно до павильона 2? Еще 151 день. Или 852 дня на создание технологии. Все очень хорошо. И продюсеры тоже. Так, ладно, ждем. Ждем. Так, Фред Карпентер, мэр Лос-Анджелеса. Вчера вечером ходили с семьей на ваш последний фильм, и должен вам сказать, что это отменное развлечение. Не помню, когда моя жена и дочь в последний раз так хохотали, словно в лунопарках сводил. Только...
потратил 2 часа вместо 6. А ведь это главное дело любого мужчины, чтобы женщины и дети радовались. Вы согласны со мной? Моя дочь вот точно согласна, потому что постоянно напоминает мне: папа, ты обещал сделать меня счастливой, а я буду счастлива только когда стану актрисой. С 8 лет это толдычит, клянусь вам. А ведь ей уже 19. Раньше я как-то отмахивался, мол, нет у меня таких связей, крошка. Но теперь я мэр. Уже так просто не отмахнешься. Что же я за мэр такой, если даже свою Венди не могу порадовать? В общем, хочу просить вас пристроить ее в какое-нибудь кино. Она девочка смышленная, вся в отца. Вы только скажите ей, где встать и что сделать. Ну или как это у вас работает. И она все исполнит красиво. Только проследите, чтобы все было достойно, без грязи, ладно? Я ваши порядки не осуждаю, бизнес есть бизнес. Просто это ведь моя маленькая принцесса, понимаете? Я дам ей роль и выпущу фильм в течение 2 лет, но я не могу гарантировать результат. Я дам ей роль в паре с высококлассным актером, выпущу фильм в течение 1 года. Извините, но если Венди хочет сниматься в кино, пусть приходит на кастинг, как и все таковы правила. Давайте за 2 года, может, мы ее воткнем. Конечно, я понимаю, если бы существовал такой бизнес, где результат гарантирован, я бы не прошел в мэры. Ха-ха. Вот тебе ха-ха. Венди Карпентер, 19 лет, без опыта, без всего, но очень-очень-очень благодаря влиятельному папу Венди Карпентер, папе Венди Карпентер, стала на шаг ближе к своей мечте сниматься в кино. Но лучше держать ее подальше от настоящего Голливуда, мы ведь не хотим разбить девочке сердце. Так, я надеюсь, у нас пораньше выйдет все, что нужно. Так, Питер Харрис. Вы когда-нибудь виделись с Артуром Герштейном лично? Большинство актеров и режиссеров даже никогда не слышали его голоса, включая тех, кто работает у него на студии. Говорят, что он управляет Герштейн Бразерс через заместителя и помощников, словно император, который никогда не покидает своих покоев. Но вчера вечером он вдруг позвонил мне сам и предложил подписать с ним контракт. А еще, конечно, наговорил всяких мерзостей про нашу студию. Самым приличным словом там было помойка. Я не хочу ходить, мне тут нравится. Но мне хотелось бы получить какую-нибудь маленькую награду за свою преданность. А если мы с вами не договоримся, я готов заплатить 65 тысяч за досрочное расторжение контракта. Поговорим. Какая-то новая механика. Так, предложение... Вам повезло, предыдущий владелец студии хранили компромат на этого актера. Пользуйтесь компроматом, если кто-то отказываются с вами работать, или если их запрос слишком высокий. Если вас интересует компромат на других сотрудников, вам придется отбывать его самостоятельно. Так, с 15-летней. Боже мой. Ну да, все. Мы компроматом его оставляем. Забавно. Цены на акции VN Pascal, Pierre Zola Company и десятков других компаний обрушились до 30% в конце торговой сессии в Нью-Йоркской фондовой бирже. За день паникующие инвесторы продали 13 миллионов ценных бумаг. Финансовые аналитики предрекают крах американской экономики. К чему бы мне это сказали? Но не знаю. Так, мы что ждем? Мы ждем 121 день павильона уровня 2. Строительство завершено. Отдел обеспечения комфорта. Отлично. Кого мы возьмем туда работать? Все мелкие. Этот очень много денег хочет. Этот самый лояльный. Они все без бонусов. Теперь вы можете предлагать услуги во время переговоров. Пока вам доступна только медицинская страховка, но вы можете открывать доступ к новым услугам, развивая отдел. За доступ к услуге вы платите ежемесячную стоимость, даже если ей пока никто не пользуется. Эта стоимость немного повышается, скажем, новым сотрудникам, пользующимся услугами. Окей. А что мы еще можем? Часы силы Рму Кронос, расширенная медстраховка. Нелегальные подарки закрыто. Нет договоренности. Вы сможете дарить нелегальные подарки, если уговорите руководителя отдела заниматься их приобретением и хранением. А давайте посмотрим, что это. Этой деятельностью могут заинтересоваться в полиции.
А, все равно. Спасибо, конечно, но я не настолько выжил из ума, чтобы добровольно садиться в тюрьму из-за прихоти каких-то извращенцев. Я решил подыскать новое место работы подальше от вас и ваших возмутительных предложений. Упс. Появился секрет. Так, работа с нелегальными подарками. Вы предлагали своему сотруднику заниматься контрабандой и хранением нелегальных подарков до снижения риска 50 дней. Иногда приходится переступить черту закона и морали, но лучше держать такие вещи в секрете. Чем страшнее секрет, тем тяжелее последствия от его утечки. Люди болтливые, так что ваш секрет может утечь в любой момент. Эта шкала показывает вероятность утечки. Вы можете подождать, пока о секрете забудут, и риск снизится до нуля, или поручить тихарям из отдела безопасности. Так, наймем руководителя другого. Черт. Так, и у нас что-то опять случилось. Здесь хранятся ваши секреты. Что у нас тут случилось? Габриэль Рудковский не может сосредоточиться на роли, потому что гадалка предсказала ему скорую смерть. Это протагонист. Тихарь на съемках нету. Взбодрить его мощными веществами нету. Качество фильма пострадает. Оно и так пострадает. Так, да, оперативный центр. Сценарный отдел. 6 тегов наполнения в синопсисе. Работать над синопсисом в сценарном конструкторе вы можете использовать до 6 тегов наполнения. Отлично. 6 тегов — это хорошо. Исследование новых тегов по категориям нам недоступно. Сиквелы. Дополнительный опыт. Офис проводится с нештатными сценаристами. Правки на ходу мы хотели. И давайте ускорим это. Так, у нас еще есть какое-то время. 108 дней на... Это так. Идея. Детектив, сказочное королевство, ковбой. Триллер, сказочное королевство, рыцарь. Пусть пишут. Недовольный. Вперед. Это мы уже где-то видели. Вот, давайте. Типичная сцена. Вот у нас по мелодрамам был. Так. Детектив. Пусть сами развиваются. У меня вопрос, как эти дополнительные... Ага, ты жмешь сюда. Начать исследование. Вот так, да. Вот как это делается. Низкая вероятность успеха. Очень низкая. Ну, что поделать. Офис продвижения мы делаем. Технология 810 дней. Точно технологии не сможем сделать. Студию звукозаписи сможем сделать. Художественные мастерские тоже сможем сделать. Ну, ждем еще 100 дней тогда, чтобы... Да, павильон второго уровня. Ускоряемся. Ждем. Ага, за один вечер в Детройте 105 человек погибли от отравления алкоголем. Среди погибших известный актер Гарри Уолш. Журналисты винят в произошедшем руководство завода «Бокслер», где для борьбы с воровством растворителей начали подмешивать яд в технический спирт. Расследователи из газеты
The Bold считает, что отравленный спирт каким-то образом попал в подпольные бары, в том числе и в Лос-Анджелесе. Режиссер Берт Спенсер прокомментировал случившееся журналисту Fun Times. «Смерть моего друга и коллеги прошу винить идиотов-конгрессменов, голосовавших за сухой закон. Хочется услышать, что они скажут, когда что-то подобное случится с их детьми». Интересно. Так, у нас денежка кончается. Риск утечки снижен. Так, а если к секретам перейду? Угу, ну да, мы ничего не можем сделать. Так, готово. Он совсем мерзким стал, да. Давай дальше. Но режиссер у нас поднялся. И Джейн Фишер у нас поднялась. Хорошо. Угу. Качество фильма пострадало. Да, я чувствую, это будет плохой фильм. Но мы изучаем, смотрим все возможные варианты. Так, кого мы поставим? Монтажера. Поставим нашего пьющего товарища. Хотя, да, пусть будет. Композитора поставим. Тоже фигово. Проявка пленки. Мы уже не будем запариваться. Запись музыки не будем запариваться. Тоже не будем запариваться. Все равно говнофильм. Так, да, прибыль минус 2,5 лимона. Угу. Налогов нет. Отлично. Когда нет налогов, это хорошо. Но у нас кончаются деньги. Угу, угу. И мы продолжаем ждать, когда у нас появится второй павильон. Надо снять тот блокбастер. Так, у нас появился оперативный центр. В отделе безопасности... Хранитель секретов. А что он делает? Ага. А нам нужно тихари. Пусть делают тихарей. И мы можем построить, как я понимаю, оперативный центр. Штаб-квартира. Юридическая защита среднего уровня. Вы повысите качество защиты своих интересов в суде с низкого до среднего уровня. Угу, отлично. Ну да, здесь все у нас закрыто. Высокого уровня. Изучаем. Ждем, так сказать. Осколки меча. Ну, нормально. Все подрастает по чуть-чуть. Откладываем. Типа сценарист, получается, все опыт получает сразу. Сейчас еще вот этот в одной упряжке. Посмотрим. Ужасный сценарий. Ужасный. Так, ну сейчас все получат. Ну, чего бы они получат? Так, курильщик у нас поднялся. Угу.
Нет, такое мы не будем делать. Так, отдел постпродакшена. Студия звукозаписи. Угу, отлично. Улучшенная студия. Долго. Лучший опыт. Отдел проката. Офис продвижения. Отлично. Грязные уловки. Недоступно. Ага, ага. У нас практически ничего недоступно. Значит, тут печатный завод остается. Окей. Мы ждем вот прям тот фильм. Очень сильно. А, так, подождите. Мы отправим курильщика на исследование. Зря. Так, риск уменьшился. Курильщика 2 мы зря отправили. Ну ладно, подождем. Так. Хорошо. Так, у нас готов фильм. Сейчас еще меньше. А нет, смотри, улучшилось. Надо же, даже так. Окей. Это жуткий фильм. Так, ну чё, планируем. У нас драма, но драма приключения. Так, и фактически нам надо выбрать... как-то так. Или сюда мы можем. Давай сюда воткнем. Сколько у нас практически ничего нет. Печать фильма копией. У Ирвинов. Это что? А, это когда мы рекламируем, я понял. Для взрослых. Так, подтверждаем. Окей. Новый так не найден. Завершить. Так, у нас появились художественные мастерские. Отлично. Кастинг офис. Скаут офис. Да, скаут-офис нам нужен. Так, есть павильон второго уровня, отлично. Еще есть павильон третьего уровня. Но, что у нас здесь? Логистический офис, позволяющий сделать съемки на локациях более комфортными. Ну, такое. Давай павильон третьего уровня, но это вообще на очень долго. Давай на опыт.
Но мы сейчас стоять. Строим павильон второго уровня. Здесь. И сделаем его хорошо. Так, что там еще нам показывали, что у нас новое? А, кажется, пришло время повысить мою зарплату. Вы согласитесь платить мне больше? 12 тысяч хочет. Ну, да. Налогов нет. Так, студия звукозаписи. Начать строительство. Вот прям рядышком и давай строиться. Так, в бочинку. У меня деньги кончаются. Так. Поскольку... Тормозите. Поскольку у нас 23 дня. Так, список... О, да боже мой. Слышал недавно мнение, что наше кино приближается по уровню к европейскому. Еще пару-тройку лет назад, я бы посмеялся над таким вздором. Но сегодня, пожалуй, соглашусь. Точность характера, глубина конфликтов, внимание к деталям. Даже такой искушенный синефил, как я, вынужден признать, что прогресс налицо. Не сомневаюсь, что вы лично внесли в это свою лепту. И тем страннее видеть, что полицейские фильмы до сих пор отводят роли придурков и недотеп. Но сколько можно мусолить этот устаревший штамп? Уверяю вас, в жизни полиция – коллектив сильных мужчин и нежных друзей. Мы всегда готовы подставить крепкое плечо нуждающимся и заслонить мощной грудью обиженных. Настоящее братство. Мы тут как мушкетеры. Может быть, пришло время снять фильм, в котором вы покажете, как полиция рискует собой ради американцев? Пусть все знают, какие мы на самом деле. А я в долгу не останусь. Быть другом шефа полиции – отлично, поспорю в любом бизнесе. Питер Ламберт, шеф полиции Лос-Анджелеса. Ну, да. Уверен, что это будет первый правдивый фильм про нас, полицейских. Так, надо запомнить. Открыт новый тем «Героизм людей в форме». Угу, спасибо. Так, идем сюда. Сценария. Начинаем делать вот это. Или нужно добавить... Да, нужно... Блин. Нужно дождаться, когда достроится. 20 дней. 19, 18, 17. Так, утечка еще снизилась. Отлично. 14, 13, 12. Давай, 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 давай. У меня деньги кончаются. Там еще кредит где-то должен, типа. 4, 3, 2, 1. Все. Так, павильон номер 2 будет. Тормозим. Все, теперь мы можем наконец-то... Куда он делся? А, вот. Так, павильон номер 2. Оператор. Спокойный. Но этот лучше. Но он наркоман. Так, это все павильонное. Аэропорт натурный. Город. Город. Вот так будет у нас. Угу, продолжаем. Здесь у нас ничего не меняется. Реквизит средний. Массовка получше. Продюсер. Этот занят. Ну, значит, возьмем фигового продюсера. Режиссер. Возьмем хорошего режиссера. Хотя у этого лучше. Возьмем, попробуем. Протагонист. Безнадежный романтик. Возьмем нашу суперзвезду.
на соперник поставим не суперзвезду. Так. А, не, во. Во, подожди. Вот так. А, не, все, я понял. Вот так. А туда мы... А, Харриса поставить. У нас что это? Драма-мелодрама. Он в драмах вообще не снимался. На Рудковске снимался. Угу. Или этого. Так, безнадежный романтик. Ну да, он идеально подходит. Безнадежный романтик. Триллер, да. Идеальный матч просто. Хорошо. Согласовано. Делаем блокбастер, на который у нас не будет денег. Из кредита не появится. Здесь же надо... так. Ему 23 дня осталось. Ждем. Отлично. У нас своя студия звукозаписи появилась. Я лучшего сценариста хочу сделать, чтобы он... Парад против сухого закона прошел в Сиракузах, небольшом городке штата Нью-Йорк. Протесты организовали местные активисты после череды новостей о массовых отравлениях в разных уголках страны. На улицу вышло около 100 тысяч человек. Одним из организаторов парада был актер Сэм Мартин. «Я горжусь городом, в котором я родился и вырос. Я горжусь людьми, которые здесь живут. Мы устроили этот парад не потому, что мы какие-то там алкоголики, которых оторвали от рюмки. Это выступление против вранья, против убийства людей, уничтожения экономики Соединенных Штатов. И мы своего добьемся, а виновные попадут в тюрьму», сказал Сэм Мартин в комментарии газете USA Post. Мы ждем хорошего сценариста, чтобы сделать через конструктор героическую историю. Так, правки на ходу у нас появилось. Отлично. Это очень хорошо. Новый тег каждые 6 месяцев. Звучит хорошо, но у нас есть сиквелы. Сценаристы пишут на 15% быстрее. Дополнительно 25 опыта за релиз. Лучше новый тег каждые 6 месяцев. Как я понимаю, это автоматом будет. Ждем 4 дня. Так, стопэ. Так, оу. Очень большой среднячок. Все плохо сделали. Тихаря у нас пока нету. Просто начинаем съемки. Тяжело, тяжело. Такой хороший сценарий уничтожили. Новый тег не найден. Завершить. Так, все. Нам нужен сценарный конструктор. Создаем новый. Полиция в беде. Это будет детектив. Экшен. Продолжаем. Современный американский город. Продолжаем. Протагонист. Полицейский. Антагонист. Главарь преступников. Темы и события. Героизм людей в форме. Второй план.
Соперник. Инспектор Лессер для Шерлока Холмса не злодей, но кто-то соревнуется с главным героем, пытаясь поймать того же преступника, найти то же сокровище или завоевать ту же девушку. Наставник. Кто-то, кто помогает главному герою найти свой жизненный путь и достичь вершины. Пусть наставник будет. Так, тема. Угу. Ограбление банка, побег из тюрьмы, перестрелка, поиск убийцы, покорение. Так. Ага. Ну да, должен быть поиск, финал. Догонист у нас главарь преступников. Догониста наказывают. Протагонист спасает заложника, протагониста нет. Протагонист получает шанс на достойную жизнь. Наказывает. Выбираем сценариста. Так, подождите. Да. Нормальное распределение. Вообще не его. Но вот его зато. Пусть делает. Так. Да, кредит на Ляма нам не светит. По-моему, мы сейчас провалимся. Сейчас релиз пойдет. Угу. Без слогана. Это будет ужасно. D+, о боже мой. Джанет Фоулис, Олсен Найт. Пару раз ваше сердце ёкнет, но на большее не надейтесь. 3 из 5. Анонимный автор. The Bone Grinder. 1 из 5. Этот фильм настолько жалок, что достоин быть не более, чем пылинкой на сапоге настоящего киноискусства. Это понимает каждый, кто хоть немного разбирается в кино. Это молодое искусство, которое могло бы достигнуть небывалых высот, если не давать его на откуп всяким тупицам. Ужас, ужас. Так. Так, выберите направление руководителя. Общее ускорение привязано к руководителю. Ускорить на... Так, деньги, деньги, деньги. Вот так пусть будет. Угу. Так, Габриэль Рудковский еще прокачался. Джейн Фишер прокачалась. Хорошо. Я надеюсь, он хоть что-то принесет. Риск утечки еще снизился. Продолжаем. О боже мой, принеси хоть что-нибудь. Пока все плохо. Хоть бы отбить. Пока все плохо. О, нет. Отвратительно. Мы сыграли в минус. Ну да, продолжать даже не имеет смысла. Ужасно. Ну, а если повторить, попробуем, вдруг, чуть-чуть. Сара Фрид. Вчера Чел сказал, что ему надоело смотреть на солнце в Лос-Анджелесе. Челси не настоящий, но вы только не подумайте, что я с ума сошла. Я специально выдумала его, чтобы спихнуть на него все свои пороки. Это мне мой старый друг подсказал. У нас с ним, ну, общее увлечение, скажем так. Обычно мы с Челси ладим, но тут он поднял такой крик, что мне чуть голова не лопнула. Я хочу надеть повязку на глаза, чтобы проучить Челси немного. Пусть посидит в темноте и подумает над своим поведением. Отпустите меня на 3 месяца. А, Сарочка, нет. Я и так тебя целый год держал. Так, мы сейчас обанкротимся. Явно.
Твои судьбы готовят. Так, отлично. Секрет замят. Так. Ну, кстати, неплохо. Повторяем прокат чуть-чуть, типа, да. Целых $175 принес. Да, ужасно. Так, полиция в беде. Отвратительно. Ужасно. Ну, давай препродакшн начнем. Оператор оставшийся. Второй павильон. Все снимаем в павильоне. Так. Здесь у нас ничего не поменялось, но мы уже слили эту катку точно. Угу. Массовочки побольше. Так, режиссеры все оставшихся. Да, опустен, наставник. Соперник. Сайдкик. У нас нет одного наставника на самом деле. Он в хорроре снимался. А давай возьмем. Главой преступников, тогда ты будешь. Он злого монстра искал. Ковбоя, шерифа играл. Бандит, да, нормально. Угу. Начинаем. Так. Полиция в беде, этап препродакшена. Все, мы в минусе. Будем банкротировать. Вы больше не можете платить по счетам. В полной версии игры у вас будут способы выкрутиться из ямы банкротства. И гораздо больше инструментов, чтобы в эту яму не попасть. Но реальность демоверсии чересчур жестока и неумолима. Я ухожу с позором и с понурой головой. Поскольку там, даже если мы сохранение вернемся, у нас все равно не хватит денег все это сделать. Все хотелки и прочее. Но приблизительно вы поняли, про что эта игра. Так что скажите, стоит продолжать или нет. Я, в принципе, сам для себя, скорее всего, еще раз попробую. Это интересно, увлекательно. Ну и тут, да, нужно так пораскинуть мозгами. Очень много параметров, за которыми нужно следить, скажем так. Очень много переменных, которые влияют на возможные успехи. Так что да, ухожу с позором и понурой головой. А так, всем спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, ну и подписывайтесь.